Всем привет-привет! Как меня видно, как меня слышно? Девочки, майкните что-нибудь. Видно и слышно. Какой-нибудь жест сделайте. Все отлично. Я рада, что вы сегодня с нами, этим вечером, этим замечательным таким пятничным вечером. Знаете, наверное, у многих такая традиция в пятницу вечером собраться со своей теплой, большой, дружной компанией, обсудить, как неделя прошла, поговорить про дела, у кого какая дома, у кого какая на работе ситуация. Ну, обычно вот пятничный вечер, он располагает к таким разговорам, и я очень рада, что мы сегодня такую традицию своих пятничных зумов придумали в новом контексте. У нас сегодня потрясающая, волшебная, восхитительная вечеринка для девчонок. Девчатник мы хотели ее назвать. Или девичник, кому как нравится. Но когда мы говорим девчатник, это получается какое-то такое озорное, такое вот драйвовое, такое молодое, можно даже сказать. Ой, потому что тема сегодня просто огонь, просто огонь. Я смотрю, что вы сегодня пришли не одни. Я вижу девочек, которых никогда раньше не видела. Пишите, как вас зовут, из какого вы города, а я хочу рассказать о себе. Меня зовут Инна, я из Хабаровска. И когда я была маленькая, я реально думала, что красивые женщины всегда кушают что-то такое необычное, что-то такое красивое. Мне представлялись всегда такие большие-большие торты из безе с каким-то розовым кремом. Мне представлялись такие кружки красивые, такие белые, из такого красивого фарфора китайского. И они оттуда пили такой горячий шоколад. Мне казалось, что красивые девушки, женщины, они всегда с утра кушают клубнику со сливками, поэтому у них такие щечки налитые, всегда такой легкий, такой изысканный румянец. Вот. И мои мечты о красоте с детства, конечно, сильно изменились. И я теперь понимаю, что для того, чтобы быть красивыми, клубнику со сливками, конечно, можно кушать, но для этого еще есть и другая еда. И вы знаете, я вот о красоте, как бы о сохранении своей молодости практически никогда не думала. Я задумалась о ней в прошлом году, когда мне в августе исполнилось 50 лет. Я посмотрела на себя в зеркало и сказала: «Вау, Инна, тебе 50». Да нет, это не про тебя. Вот. И я понимаю, что вопросы сохранения молодости, они волнуют каждого человека, потому что, ну, очень... очень приятно общаться с женщиной, которая ухожена, которая выглядит хорошо, моложе своих лет. И вы знаете, я хочу сохранить вот свое вот нынешнее такое состояние, свое состояние лица, кожи, тела вот до 70 лет. То есть, когда через 20 лет мы с вами встретимся, я вам обещаю, что я останусь такая же. И я для этого стала смотреть, да, что вообще делают красавицы, что вообще делают девушки. Очень много сейчас в соцсетях различных таких советов, что делать. Но вы знаете, я доверяю людям, которых я хорошо знаю. Я доверяю людям, которые рядом со мной или долгие годы, или ко мне недавно пришли, но они, вот, они пользуются тем, о чем они сегодня расскажут, и поэтому я точно знаю, что если вы сегодня внимательно послушаете, внимательно посмотрите, все это пропустите через свое сердце, через свою душу и примените все это, вы будете тоже долго-долго молодой, красивой, счастливой. И когда мы через 20 лет встретимся, нам не нужно будет искать номер телефона в записной книжке, потому что мы узнаем вас, друг друга мы узнаем в лицо. Итак, закутайтесь сейчас в плед, в уютный такой домашний, такой мягенький пледик. Возьмите кружечку любимого напитка, горячего шоколада или воды и послушайте то, чем поделятся с вами сегодня девчонки. Это секрет секретный, это только для тех, кто пришел на наш сегодня девичник. Девочки, вам слово. Можно, девочки, первое я тогда расскажу?
Знаете, был такой момент, вот он наступил, когда уже и не пьешь, и не куришь, и не ходишь на дискотеки, и не находишься там до 5 утра, а просыпаешься утром и свое лицо не узнаешь, да? Вот. И я не знала, если честно, какой выход вообще из этого, из этой ситуации. То есть ты понимаешь, что воду пить надо, потому что мы как минимум на 70% из нее состоим. Но вот эта вода утром, которая стоит, это катастрофа. Но, оказывается, есть супервода, которой я теперь не расстаюсь. Вот, Coral Mine. Сейчас где-то у меня здесь был пакетик. Вот. Вот это чудо-вода, она совсем не стоит в отеках. И это просто для меня чудо чудесное, потому что я очень люблю пить воду и вообще всегда с водой неразлучно. И теперь я могу пить ее сколько хочу. Например, недавно, вот вчера, я вчера или позавчера, я пропустила ужин. И понимаю, что мне как бы уже и ужинать поздно, и вроде бы что-то там в животе урчит. И тогда я просто решила выпить воды, и мне не страшно ее пить, потому что утром я проснулась и прекрасно себя чувствовала. В общем, эта вода, девочки, это эликсир нашей молодости. Кто не жадничает, тот делает вот так, на бокал 500 миллилитров бросает один саше. И я тоже надеюсь, что уже я не буду с каждым годом выглядеть все старее и старее, а вот верю в будущее, что еще дальше я позволю себе побольше биалурона, и тогда вообще мои преображения с кожей мне обеспечены. Ну и вообще, конечно, вот когда встал вопрос, какой же любимый твой продукт, да, что вообще вот может продлить твою молодость или сохранить, ну, пускай молодость, да, или сохранить такую внешность, какая она, по крайней мере, сейчас есть, у меня сразу побежала картинка, много продуктов, конечно, их очень много, и хочется всеми поделиться, но все-таки вот, это проводник, вот эта вода, она проводник, и вот если бы не она, ну, мне кажется, ни один бы продукт так не сработал шикарно, не провел бы ее на каждую клеточку нашего организма, поэтому я остановилась именно на ней. Но если коротко, то это мой любимый продукт. Девочки, кто еще расскажет про свои любимые продукты, кто поделится? Я поделюсь своими продуктами любимыми. Ну, кто меня не знает, меня зовут Елисеева Ольга, мне 38 лет. И вот знаете, я вот так же, как Тоня, никогда не задумывалась о сохранении молодости, о сохранении красоты. Как-то, знаете, все это, ну, как-то молодость, она, знаете, когда вот она есть и есть. И не, об этом не думаешь. Когда переваливает за 30, начинаешь задумываться. Но мне всегда говорили: Оля, тебя как будто заморозили. То есть ты как вот как была, так и есть, и вот вообще не меняешься. Но тем не менее, знаете, с годами все равно как бы там начинаешь замечать такие видные тебе изменения, может быть, окружающие там где-то не замечают. Ну, а мы же, девочки, мы себя внимательно разглядываем, да, мы себя там пристально в зеркало смотрим. И все-таки эти изменения замечаем. Вот, и начинаешь задумываться, что делать-то, да, что надо как-то. И вот вы знаете, все мои подруги, ну, мои ровесницы, все сидят на косметической игле, все ходят к косметологам, все колят инъекции, вот, но, допустим, причем уже не один год, и глядя, знаете, на девчонок, я понимаю, что год, два, пять, и это очень некрасиво выглядит, и я не хочу идти по этому пути, поэтому надо искать путь другой. И я вообще хотела как бы, ну, рассказать, вот я для себя, продуктов действительно, Тоня говорит, очень много, но вот я для себя нашла 3 продукта, которые, конечно, ну, результат превзошел все мои даже самые смелые ожидания. Первый продукт — это H500, H-500, как у нас его называют. Вот. Почему H-500? Ну,
Потому что это, девчонки, это огонь. Это не только энергия, когда просто, когда тебя просто прет, да, когда энергия во все стороны, но и это еще и сохранение молодости. Я это прям увидела глазами и почувствовала. Когда идет энергия на клеточном уровне и ускоряется метаболизм, и ты начинаешь просто видеть, как быстрее пошли процессы. То есть как быстрее, вот прям физически ощущаешь, как в организме все происходит быстрее. Быстрее пищеварение, быстрее, то есть обновление клеток идет быстрее. Даже вот на коже это прям заметно. Вообще всем советую, просто это нужно один раз попробовать, и я уверена, я вас уверяю, вы с этим продуктом не расстанетесь. Когда он у меня заканчивается, у нас в доме начинается легкая паника, и сразу муж говорит: так, ваш минус 500 заканчивается, срочно, срочно покупай. Вот, смотрите, еще есть таких продукт такой, жир печени акулы, тоже очень хотела им поделиться. Я его для себя открыла совершенно случайно. Я его пила для иммунитета, и я увидела, что он очень классно работает с кожей. То есть он на кожу очень здорово влияет именно в плане увлажнения. То есть кожа становится более такой, вы знаете, как, ну, как в молодости, да? То есть она становится такой более напитанной. И все такие вот начинают сокращаться морщинки. Особенно если его, я попробовала, короче, пользоваться им не только вовнутрь, но и снаружи. Из него получаются очень классные маски, особенно под глаза. И очень классно с ним делать массаж лица. Начинают уходить морщинки, вот реально. Мелкие вот эти вот, которые намечаются, все уходят. Я не поняла вообще эффекта, думаю, почему так? Я же, это же для иммунитета, это же омега. Это же вот сквален. И, знаете, я начала просто разбираться, ковыряться в этом продукте, и я узнала, за счет чего. Во-первых, так работает омега-3 и в сочетании со скваленом. Сквален у нас, оказывается, наша кожа на 14% состоит из сквалена, защитный слой кожи. И он восстанавливает этот защитный слой, и у нас просто идет сохранение вот этой вот молодости кожи. Очень здорово, тоже попробуйте, потому что, ну, это действительно классно. И еще я хотела поделиться, этот продукт я тоже открыла для себя не так давно, буквально в этом году я открыла для себя синерджайзер. Это, конечно, вообще огонь. Ну, мало того, что синерджайзер — это энергетик, да, природный, когда мы чувствуем себя бодрыми, когда мы занимаемся спортом и не устаем. Особенно вот для меня это важно, потому что тоже как-то хочется быть и подтянутой, но я не очень спортивная девочка. Мне тяжело заниматься бегом-прыгом, но синерджайзер эту проблему вообще решил абсолютно классно. Не устаешь. Энергии моря перед тренировкой, после тренировки. Вот, и такой еще момент, я заметила, что он тоже оказывает влияние на молодость кожи, тоже не поняла, за счет чего, начала разбираться, смотреть состав, и смотрите, что там происходит, он ускоряет метаболизм, у него такой состав, там витамины, минералы и аминокислоты вместе. И они ускоряют метаболизм и запускают процесс омоложения, прям, ну, очень круто. И вы знаете, когда у нас была акция 2 плюс 1, потом 1 плюс 1, я купила его много. Купила для себя и для своей мамы. И мы прям увидели результат, я увидела результат глазами на своей маме. Моей маме 60 лет. И знаете, последнее время она выглядела уставшей, и прям, знаете, вот как, когда женщина устает, вот эти все морщинки, которые где-то там, ну, уже давно наметились, они проявляются. Ну, вот так вот раз, бывает так, в один момент раз, и вылезли. Так вот, мы пили синерджайзер 2 месяца, там вообще не переставали, ну, то есть утром по стакану обязательно. И через 2 месяца я просто увидела и не узнала маму. Вот у нее прям 5 лет как минимум слетело с лица. То есть она стала выглядеть свежее, кожа посветлела, и ушли многие морщины, многие, не все, но многие. Я прям очень удивилась. Вот, поэтому это тоже сейчас у меня продукт номер 1 для молодости.
Девчонки, всем рекомендую, пробуйте, смотрите, ощущайте на себе. Вот я вас уверяю, вы прям влюбитесь в эти продукты. В принципе, у меня все, чем я хотела поделиться, надеюсь, было полезно. Вот, и, может быть, кто-то еще поделится, мы с удовольствием послушаем. Давайте теперь я поделюсь. Здравствуйте, кто меня не знает. Меня зовут Лена Лалетина, и сегодня у нас такая красивая тема, тема красоты, тема для девочек. Все мы, девочки, любим за собой ухаживать, всегда любим быть красивыми, наряжаться. Естественно, всегда ищем какие-то средства, чтобы оставаться такими энергичными, молодыми, красивыми, здоровыми. И вот сегодня я хочу поделиться теми средствами, которыми пользовалась я, которые являются моими любимыми. Ну, конечно, здесь очень тяжело выбрать, какие продукты любимые, потому что они все нам необходимы. Но сегодня поделюсь своим опытом по поводу коэнзим Q10 и абриката. Вообще, когда готовилась к этой теме, я прочитала, что коэнзим Q10 имеет еще и второе свое название, это убихинон. С латыни это переводится как вездесущий. И действительно, ученые доказали, что коэнзим находится в каждой клеточке нашего организма, в каждом органе. И это своего рода такой энергетический субстрат, что ли, для наших клеток, который заставляет их размножаться, дает рост клеткам молодым, здоровым, дает энергию. Как естественно, мы знаем, что энергия — это жизнь. И коэнзим способствует, ну, помимо здоровья для наших органов, он еще нам замедляет процесс старения, уменьшает побочные всякие действия, воздействия те, кто употребляет различные статины, то есть это медикаменты. Всегда же есть от медикаментов очень много побочных действий. И также Q10 благотворно влияет на нашу кожу, на состояние нашей кожи. И когда в организме происходит нехватка этого компонента, то мы становимся старее, появляются морщинки, кожа становится такой вот рыхлой, дряблой, неухоженной и теряет свой просто тонус. Благодаря содержанию коэнзима в организме наша кожа становится намного моложе. Если вы заметили, вот во всех кремах содержится Q10. В масках, в кремах. Это, конечно, очень хорошо, но раз Q10 — это энергия, да, дает нам энергию, то, естественно, она и необходима нашим внутренним органам, потому что мы стареем и как снаружи, так и снутри. Стареют наши органы. И, конечно же, им нужна тоже поддержка, энергия, чтобы они очень хорошо работали. У нас сердце вообще никогда не останавливается, сколько ей нужно, ему, вернее, нужна энергия. Также я еще прочитала, что коэнзим Q10 благотворно влияет на мужское бесплодие.
он также предотвращает появление раковых клеток. Ну, вообще, я вот люблю этот продукт, потому что в молодости мы же никогда не задумываемся, особенно в 20 лет, что мы будем стареть, что мы как-то изменимся, ну, о здоровье мы точно не думаем. А коэнзим, он синтезируется у нас в организме с самого рождения. Самый пик его достигается в 20-летнем возрасте. И после 20 лет как раз идет снижение вот этого вещества у нас в организме. И он нам необходим, просто необходим для нашей жизнедеятельности активной. Ну, естественно, его просто необходимо принимать вовнутрь, чтобы не стареть, молодеть, оставаться энергичными. Вот. И я вот очень полюбила этот продукт. И еще плюс с ним порешала очень много проблем по здоровью. Ну, всем советую, да. И еще мой любимый один продукт – это абрикотап. Ну, само название говорит за себя, что в состав его входят абрикосы. И причем я думаю, что вы не будете со мной спорить, что самые вкусные абрикосы с Армении. С Армении, которые растут именно в долине Арарат. И самый лучший сорт армянских абрикос – это шалах. И, ну, в чем же вот их прелесть, да, почему выбрали именно этот сорт? Да потому что это на самом деле кладезь такой, чемпион по содержанию витаминов. Там содержится бета-каротин, витамин группы В, П, ПП, а также лютен, калий, магний, железо, медь, кальций, фосфор, йод. Но раз мы здесь собрались по поводу темы такой красоты, я бы вот немножко хотела рассказать про витамин П и ПП. Вот именно они являются таким вот ларцем, кладом, наверное, содержания витаминов, которые отвечают за нашу красоту, за нашу упругость кожи, за также нашу энергию. И благодаря вот этим витаминам наша кожа обновляется. Но помимо этого, что таких вот витаминчиков, которые содержатся в абрикотабе. Ученые армянские еще, вот смотрите, одна капсула, таблеточка, содержит вот 8 спелых абрикосов, самых вот таких вот полезных, вкусных, и плюс еще туда, в одну таблеточку поместили лактобактерии Нарине, которые, естественно, знаете, что такое лактобактерии, они способствуют улучшению пищеварения. Если получается, так это очень такой продукт, который помогает нам быть красивыми, здоровыми. Если у нас хорошее пищеварение, это значит хороший стул, хорошее настроение, то есть всегда есть энергия. Ну, мне вот очень нравятся вот эти продукты, и я вот их всем советую. У меня дети вот очень любят абрикотап, прям вот едят как конфетки. И тоже заметила, что многие проблемы порешались и с детьми. Но я вот их люблю, как кладезь такой витаминов для красоты. И вот я всем желаю попробовать на себе, испытать.
и быть всегда красивыми, жизнерадостными, радовать близких и, конечно же, себя. Ну вот, у меня все. Кто еще хочет что-то рассказать, поделиться секретами? Девочки, ну давайте я расскажу. Меня зовут Елена Бордей, мне 46 лет. И меня вообще всегда привлекала тема красоты. Я где-то лет 14 уже начала пользоваться кремом, наряжаться, краситься. Ну, в общем, меня это всегда увлекало. Ну, вот это, наверное, мое стремление к красоте предопределило мой путь. И, ну, вот когда мне было, наверное, лет 30, примерно. Вот, я уже пошла в косметологию. Но у меня практики как таковой не было, она у меня была где-то только года 3, вот, но за эти 15 лет я изучила все секреты красоты, за исключением одной. Я не касалась внутреннего состояния. Но это очень важно, это теперь только сейчас я поняла, когда оказалась в коралловом клубе. Я всегда думала, что косметические процедуры, они дают невероятный эффект. Но, конечно же, это так, но это только на время. Вот. И, знаете, конечно, косметология – это прекрасно, и можно делать инъекции, можно делать пластические операции, но все эти процедуры, все уколы красоты, все пилинги, все пластические операции при помощи скальпеля, да, хирурга, они дают только временный эффект. И, несомненно, мы, конечно, должны ухаживать за своей кожей дома, и относиться к своему здоровью трепетно. И вы знаете, вот несмотря на то, что я была косметологом, я не пила воду. Ну, где-то, может, я и выпивала там стаканчик воды в день, и все. Ну, вот не могла я ее пить почему-то. Вот. И вы знаете, у меня наряду, вот, мало того, что у меня постепенно стало угасать состояние кожи, да, серость какая-то появилась, синяки под глазами, где-то отечность, в общем, пигментации было куча, при том я не могла, ну, процедурами, да, несмотря на то, что я там пилинги все знаю, да, как делать, я не могла избавиться от пигментации. Вот, и вот, познакомилась я с коралловым клубом, я начала пить водичку, конечно же, в коралловый клуб я пришла только на воду. И у меня прямо на третий день появилась куча энергии, то есть настроение стало прекрасное. В общем, я стала летать, как электровеник. Вот. И вы знаете, у меня где-то через 10 дней стала светлеть пигментация даже. Увидев такой результат, я стала разбираться в продуктах. Вот. И знаете, я нашла для себя такой удивительный продукт, как сера. Она еще называется МСМ. Сера – это такое удивительное вещество, которое нужно для соединительной ткани. То есть сера способствует укреплению коллагеновых холестериновых волокон, которые живут в нашей коже. Вот когда вот эти волокна укрепляются, соответственно, кожа наша подтягивается и укрепляется тоже. То есть происходит такое, знаете, кожа становится упругой. Вот когда я заметила, когда я начинаю пить серу, у меня сразу подтягивается кожа, в первую очередь. Затем перестают выпадать волосы, очень быстро растут ногти, кожа светлеет, кожа молодеет, поэтому я всем рекомендую, прям обратите внимание на этот продукт. И если серу, допустим, пить еще совместно с жиром печени акулы, то это будет вообще вау-эффект. Вот, кожа станет упругой, подтянется заметно, вы прямо это заметите. Результат налицо.
Вот. И, знаете, недавно я узнала еще такой факт, что сера выводит соли тяжелых металлов из организма. Представляете? Вот. Если мы, допустим, там где-то подышали угарным газом, да, потому что у нас такая экология сейчас, где-то мы, может быть, не дай бог, отравились. Вот сера как раз-таки выводит токсины. Она, мало того, что она выводит токсины, но она еще и способствует восстановлению организма в целом. Очень ценный такой продукт. Помогает при стрессах, при усталости. Если вы устали, вот скушайте серу, и у вас прям восстановится прям 4 капсулы. Кушайте, и не бойтесь, что у вас какой-то побочный эффект будет. Да? Вот, это вот надежное самое средство. 4-5 капсул, все, усталости как не бывало. И вы придете в себя, и вам никакие стрессы не страшны. Так, что я еще хотела сказать? Знаете, я вот думаю, что когда женщина все-таки здорова, она счастлива. Счастлива, и она вот излучает хорошее настроение, бодрость, и, знаете, и мир начинает вокруг меняться. Вот, и как-то и люди улыбаются, да, тебе вот, когда ты идешь прям такая счастливая, энергичная, красивая, великолепная женщина. И, знаете, я когда пришла в коралловый клуб, у меня даже настроение другое стало, да. Настроение великолепное. Поэтому я всем рекомендую, желаю вам всем здоровья, отличного настроения вам и вашим близким, всем счастья. Девочки, я с вами поделилась самыми сокровенными своими секретами. Вот. Ну, может быть, еще кто-то поделится. С удовольствием послушаем. Всем добрый вечер. Меня хорошо слышно? Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Елена Кравченко. В коралловый клуб я попала в апреле месяце 2019 года. На данный момент мне 52 года. И до этого времени мои представления о красоте и молодости были сведены к тому, в общем-то, о чем рассказала сейчас Леночка. И до этого девочки рассказывали. То есть это были раз в полгода походы к косметологу на инъекции диспорта или ботокса. Это были какие-то крема, ну а так я работала на железной дороге, неплохо зарабатывала, покупали самые дорогие крема, и мне казалось, что все, это панацея. Я спасена. Ну, проходило полгода, соответственно, действие диспорта заканчивалось, и, соответственно, все приходило на круги своя. Очень много было в то время, не было, как бы я жила в другую немножко эпоху, так сказать, да, интернет только-только-только, поэтому делились своими секретами на работе, девчонки, кто что рассказывал, тому и верила. Приходила домой, то мы худели, то мы на каких-то диетах сидели, то мы еще что-то делали, ну, соответственно, мы гробили свой организм как могли, но мы-то об этом не знали, нам-то казалось, что все во благо. И когда я познакомилась с коралловым клубом, вы знаете, что первое меня поразило? Ну, конечно, меня много моментов поразило, но самый первый момент, который меня поразил, это то, что я познакомилась с женщинами, когда я узнавала их биологический возраст, я не понимала, как так. Я познакомилась с одной, ей 50, а выглядит максимум на 38. Я познакомилась с другой, ей почти 50, а ей максимум 30. Я познакомилась с третьей, с четвертой, с пятой. И когда я обращала внимание на них, на эту цветущую, шикарную кожу, на этот структурированный овал лица, на эти блестящие волосы, на эти ногти, а я наращиваю ногти с 20 лет, это вот мне 52-32 года, и мне все казалось, это искусственно. Нет, присмотрелась настоящий, думаю, ну как так? Генетика, но они же не все не родные по крови, как может быть генетика вот так работает на всех их? Думаю, какой-то знаю, вот точно. И я вот недоумевала очень долго, как так? Ну, потому что я ничего об этом не знала. Просто об этом ничего не знала. Да, я знала, что нужно питаться. Девочки, нет, не социально питаться. Социально питаться тоже очень важно. Очень важно правильное пищевое поведение, гидратация. Я шла по этому пути,
до прихода в коралловый клуб. Я долго карабкалась, чтобы прийти сюда. И благодарность Господу Богу и Вселенной, что места привели. Как раз тогда, когда я начала задумываться о том, что, ну, я на пенсии, средств уже на эти диспорты не хватает, их хватает на полгода, крема уже не помогает, возраст свое берет. И что бы я только ни делала, ничего не помогает. Вот ничего не помогает. А здесь цветущие красивые женщины. Какой у них секрет секретный? Что они такое делают, о чем я не знаю? Крема какие-то сумасшедшие? Так нет, наверное. Но все крема я тоже пробовала, дорогие, в свое время. И я узнала этот секрет секретный. Он уникален. Он просто уникально прост. Просто питать свой организм изнутри. И вот с апреля месяца 2019 года я начала это делать. Мои изменения, я, ну, как, знаете, к хорошему привыкаешь быстро, да? А, когда я начала замечать, что моя кожа, как бы, ну, ведется совершенно по-другому, она выглядит совершенно по-другому, мои волосы. Мастер маникюра, к которому я хожу регулярно, говорит: слушай, у тебя ногти улучшаются, что ты делаешь? Я говорю: да просто, говорю, пью биологически активные добавки, я просто иду по системе, все. Расскажи, ну, без проблем, делимся секретом, конечно. Конечно же, сейчас в моем ежедневном рационе присутствуют все продукты, которые, ну, необходимы моему желудочному приему, моему организму. Тому, чтобы я выглядела. Тому, чтобы я как можно дольше оставалась молодой. Знаете, как приятно, когда твой маленький внук говорит, когда я говорю: Кирюшенька, я уже старенькая. Он говорит: ты очень молодая и красивая. Представляете, как вот здорово этого. Да неужели же ради этого не стоит просто два раза в день там выпить ту биологически активную добавку? Неужели же не стоит ради того, чтобы я приехала в отпуск, у меня очень много друзей, слава Богу, опять я благодарю Вселенную за свое окружение. Когда я приехала в отпуск в Таиланд, там моя любимая страна, и девочки, которые меня не видели год, а ровно год я просидела на продукте, сказали: ты изменилась, ты помолодела, с тобой что-то другое произошло, что произошло с тобой? Ну круто, правда? Поэтому все продукты любимые. Но я хочу рассказать о трех продуктах, один из которых у меня уже на протяжении года с лишним, а два продукта, это я про них расскажу позже. Это маленькая интрига. Так вот, первый продукт – это лецитин. Ну, кажется, лецитин, да? Полинасыщенная жирная кислота. Наверняка сейчас многие знают, кто не знает, девочки, на двух пальцах объясню. Это фосфолипид. Мы все состоим из триллиона клеток. И наша каждая клеточка защищена мембраной. А мембрана – это и есть фосфолипид. То есть представьте себе, если в вашем организме будет мало этого продукта. Это как дом без крыши и без стен. Это вы просто начнете разрушаться. А мы, наш организм состоит из лецитина, ну практически. Наша печень на 50%. А что такое печень, девочки? Это фильтрат. Это фильтрат нашего организма. Стоит дать сбой печени, все. Наша кожица уже не будет такой бархатной, она уже не будет такой красивой. Хоть что, мажь на нее, хоть чем-то ее коли. Наш кишечник, лецитин, он просто помогает функции кишечника и блокирует воспалительные процессы. А уже было доказано, что кишечник – это второй мозг, микробиота наша. И если здоровый кишечник, то, девочки, что? Это здоровая кожа. Все гениальное просто. Опять же, лецитин – это нервная система. 80% лецитина находится в нашем мозге и нервной системе. И представьте себе недостаток этого лецитина. Вот многие девочки, которые не знают еще об этом продукте, наверное, подвержены депрессиям, нервным срывам, бессоннице. А что такое, когда ты проплакала полночи? Встаешь утром, у тебя нет глазок, у тебя нет лица, и одеть его очень сложно. Что такое, когда ты не спишь полночи, не можешь заснуть, у тебя бессонница? А все просто, не хватает лецитина, просто-напросто. Все гениальное просто. Уникальный продукт, правда? Чудесный. Его невозможно не любить. И более того, девчонки, секрет секретный, еще один. Его любит моя собака. И когда я увидела, что моя собака его ест вместе со мной, то есть, ну, конечно, я поделюсь, конечно, таким сокровенным, она доедает то, что я не доедаю, буквально. И у нее улучшилась шерсть. У моей собаки буквально улучшилась шерсть. А у меня у собачки искусственного выведенная порода, у него алопеция, у него, ну, просто сложности с шерстью у нас. Следующих два продукта, про которые я интригованно вам рассказывала. А почему интригованно, девочки? Я их начала пить два месяца назад, эти продукты, как приехала вот с Таиланда.
Здесь заболел мой муж, и мой друг, мой партнер посоветовал мне в комплексе купить цинк. Купить цинк. И я зашла, когда заказывала заказ, я каким-то боком, не знаю, кнопочкой ткнула или как, я заказала себе еще и селен. Так вот, когда я начала принимать этот цинк, а вместе с ним и селен, немножко попозже. Так вот, цинк, это минерал, он сумасшедший, нужный нашему организму. Этот минерал активно участвует в процессе обновления, регенерации клеток и синтеза коллагеновых волокон кожи. Дальше можно не рассказывать, правда? Вот просто его можно пить и все, как говорит моя внучка. Поэтому цинк – это минерал, отсутствие которого или наличие которого в нужном объеме в нашем организме, в нужной процентных долях, да, это благоприятное воздействие на наши волосы. Вот почему секрет секретный, девочки, это наши такие с шикарным волосом, с блестящим, а? Вот почему у них такие натуральные, красивые ногти, без этих белых полосочек, которые обычно такие вот беленькие полосочки, бугристость, да, на ногтях, а всего лишь навсего недостаток цинка. Ну и секрет секретный, который я обещала, девочки, давайте своим мальчикам цинк. Вы будете счастливыми и красивыми не только утром, вы будете счастливыми и красивыми ночью. Попробуйте дать, и вы поймете, почему я так сказала. Попробуйте пропоить своего любимого человека, мужа, папу. Потому что цинк – это минерал, который отвечает за синтез половых гормонов. Представляете, нарушение вот, половой дисфункции, вот, гормональная дисфункция идет. Но это жесть, просто жесть. Это сразу идет раннее старение. Это морщиночки наши, это вялость кожи и так далее и тому подобное. На прием, наряду с этим я принимала селен. Селен называют минералом красоты и долголетия. Это я разобралась несколько позже, когда через 2 месяца приема, гуляя с младшей дочерью, нас встретил воспитатель старшей моей внучки, видите, как каламбурно все сказала, и позвонил моей дочери и сказал: «Виталина, что делает твоя мама? Она молодеет с каждым днем. Что она делает в своей коже? К какому косметологу она ходит?» И я действительно начала замечать... уникальные изменения, девочки, уникальные, потому что я очень сильно похудела, обвисла кожа, это вот в моем возрасте, да, когда метаболизм уже замедленный, когда он совершенно уже другой, да, эти вот брыли висящие, эти огромные мешки под глазами, эти морщины, которые ярко уже выделялись на моем лице, и все начало разглаживаться, без всяких подколок, без всякого диспорта. Все уникально, все просто уникально. Вот представьте, когда ты просыпаешься утром, трогаешь свое лицо, а оно бархатное, как попка у моей внучки маленькой, ей всего годик. Это чудно просто, понимаете? Это просто чудно, когда ты вот не стесняешься своего лица, и когда тебе хватает минимальной косметики для того, чтобы выйти на улицу. Просто вот я благодарю Леночку, это мой друг тоже, которая подсказала, как пользоваться уходом, ухаживать за своим лицом. Уникально просто, все уникально просто. И вот селен – это минерал, который, если его нет в организме или недостаток в организме, девочки, нарушается обмен веществ, нарушается работа щитовидной железы. Щитовидная железа отвечает у нас за гормональную, за гормональную систему, за гормональный фон. Как только страдает гормональный фон, я сказала вам выше, уже начинается преждевременное старение. Все, начинается преждевременное старение. И нарушается обмен веществ при недостатке селена. Более 30 важных биологических соединений начинают замедленно синтезировать в организме, в том числе и коэнзим 10. Нет коэнзима 10, Q10, все. Морщинки, дряблая кожа обвисла, девочки обеспечены. Поэтому все быстренько ушки на макушке и слушайте тех, кто вас пригласил. Девочки, серьезно, это круче любых кремов, потому что любые крема можно мазать на лицо, поверьте моему опыту, уже жизненному опыту. Но если ты внутри кака, как говорит опять же моя внучка, то сверху ты не будешь някой, не будешь ты красивой, потому что все идет изнутри. Поэтому всем вам просто рекомендую услышать тех, кто вас пригласил, услышать тех, кто рассказывал. Всего. Вот девочки рассказывают,
Вот красота, девочки. Но всего в нескольких пилюльках, понимаете? Это еда. Это еда. Наша клеточка, к сожалению, не кушает борщи. Вот ей это подавай. Вот как только ты едашь, все, просыпаетесь утром молодыми и красивыми. Поэтому я желаю вам красоты, молодости, долголетия. И я хочу, чтобы кто-нибудь еще из девочек поделился своими интересными секретами. Надеюсь, то, что я рассказала, всем было очень полезно. Все, всем спасибо. Кто выступал до меня, в смысле? А то уже подумали, что я заканчиваю, да, эфир. Всем привет. Меня зовут Карих Елизавета. Мне еще не 50, не 40 там даже. Мне пока еще 32. Но я уже, конечно, задумываюсь о молодости надолго и сохранить эту свою красоту как можно дольше. Вот. О чем я хочу сказать? Сегодня уже упоминалось очень много по поводу наших суставов, мышц, коллагена, соединительных связок и так далее и тому подобное. Вот моя тема сегодня — биалурон. Все знают, кто в теме, что это за чудный, вообще просто волшебный продукт. А теперь рассказываю тем, кто не в теме. Биалурон — это гиалуроно-хондротиновый комплекс. Он настолько уникальный, что аналогов просто не имеет. Создавался он изначально для скаковых лошадей. Понимаете, да, стоимость вообще скаковых лошадей и как люди готовы сделать все, чтобы они как можно дольше служили, скажем так. То есть конкретно продукт работает на суставы. Причем здесь суставы? Можно сказать, тебе в 30 лет вообще это актуально? Вообще-то да, актуально это всем и всегда, потому что нагрузка у нас идет всегда на скелет и именно на подвижные части тела. Они у нас как бы как на шарнирах, да, вот на наших суставчиках. И между суставами есть жидкость. Она так сложно называется, я вообще забыла это название. Синовиальная, кажется. Вот. И вот эта самая жидкость, она имеет свойство уходить. Ну, по разным причинам абсолютно. И, кстати, вот все эти суставные заболевания, они занимают третье место в мире. Они вызывают инвалидность. И, соответственно, они обездвиживают людей. Ну, понятно, да, что дальше, можно сказать, нормальной жизни нет. Поэтому, ну, это архиважная вообще тема, тема наших суставчиков, их молодость, здоровье. Почему вообще происходит у нас какое-то изнашивание, уменьшение этой жидкости? Все просто. Тут есть несколько причин. Одна из них — это инфекции, болезни, воспаления. Ну, а они уже, в свою очередь, могут вызываться, допустим, паразитарной инвазией. Это влияние всех факторов, которые на нас плохо влияют. Конечно же, питание нашего. Есть еще причина — это травмы. И не обязательно это там какие-то страшные вещи, типа аварий, переломов или еще чего-то. Травмы могут быть даже микро, которые ты даже не заметишь. Ну, не так повернулся, не так прыгнул, да, там, не так ребенка поднял, актуально для беременных, вот, для тех, кто родил. Вот. То есть мы в течение своей жизни даже и не замечаем многого того, что происходит с нашими суставчиками. Да, даже просто девочки молодые идут в тренажерку, начинают приседать, неправильно приседать, ну вот и все. Тут и начинаются все проблемы с коленями, которые в будущем скажутся очень, очень неприятно, скажем так. Вот, поэтому у нас есть чудесный биалурон. Биалурон — это такой продукт, который работает в три этапа. На первом этапе он выводит старую гиалуроновую кислоту из организма, то, что там уже рыхлое, то, что непригодное. На втором этапе он накапливается. И на третьем этапе, внимание, представьте, он стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты. Уже в каком-то возрасте у нас выработка этой кислоты прекращается. Поэтому с помощью гиалурона это можно возобновить.
продукт чудно работает, но не моментально. То есть нету такого, что ты выпил и все такое, побежал. Суставы начали работать, колени двигаться, они скрипят. Кстати, хотела вам тут сейчас начать приседать. Дети помешали. В плане того, что вот сейчас даже встаньте, да, все сидят, да, встаньте, присядьте. Начнутся скрипы, начнутся еще там какие-то недомогания в коленях, да, без подготовки взять и присесть. Вот, это как раз говорит о здоровье наших суставов. Вот так он работает. Мы его пьем, он во время пищеварения не разрушается. Такая формула чудесная, она, кстати, секретная. Ее никто не расскажет, потому что конкуренция на рынке очень большая. Вот. Но работает это однозначно, проверено на себе, проверено многими, да, людьми. Плюс, как побочный эффект, послушайте внимательно, разглаживаются морщинки. Это я тоже заметила. Я когда первый раз начала пить Белурон, я, наверное, через неделю мужу говорю: посмотри, какое у меня гладкое лицо, посмотри, у меня ни одной морщинки. Ну, у меня уже начинаются там мимические, конечно. Вот, они небольшие, но тем не менее, я эффект увидела на себе. То есть это вот такой вот побочный эффект. Перерыв сегодня день Белурона. Это страшно. Сегодня утром забыли, поехали. Всё, Катя. Катя, микрофон. Кто-то там микрофоны включает. Вот. Что еще сказать про чудный Белурон? Ну, то, что его надо пить комплексами. Кстати, многие говорят, что дорого. Да нет, не дорого, знаете ли. Вот цена инъекций внутрисуставных, вот это и страшно, и дорого, если честно. Цена инъекций в лицо тоже, я думаю, что многие приблизительно уже знают, что это такое. А, вот еще что хотела рассказать. Когда девочки колят себе гиалурон в губы, там, куда там, в скулы, в лоб, куда еще, ну, я не знаю, там, как это все называется, куда это все закалывается, потому что вообще не сторонник этого, мне не нравится, честно. Но что происходит? Через какое-то время оно все уходит. Почему? А потому что в организме есть какие-то вопросы, в суставах, например. И наш организм очень умный, он сделает так, что она будет распределяться туда, где нужнее, а не сюда, да, допустим. И поэтому, девчонок, губы сдуваются, вот, девочки. Поэтому лучше сделать что? Лучше профилактику проводить, лучше собственный выработать гиалуроновую кислоту, да, лучше предотвратить это все. И вот когда мы пьем Белурон, действительно, сумасшедшие результаты, да, у меня муж проверял на себе, потому что у него проблемы с мениском. Все врачи сказали делать операцию. Прошло 2 года, он пропил всего лишь 1 курс, но, тем не менее, он забыл о болях в коленях. И пока операцию, ну, вернее, не пока, мы, в принципе, не будем ее делать, да, и я думаю, что будем просто продолжать курс Белурона. Вот. Так что мы говорим сегодня, конечно, о здоровье девочек, а здоровье и красота наших внутренних органов, суставов, нашей кожи, наших связочек, всего-всего, и, кстати, мышц тоже. Это самое главное. Красота идет изнутри. Вот, поэтому, уважаемые девочки, девушки, женщины, думайте всегда о том, что дает вам движение, потому что движение — это жизнь, и если не будет движения, сами понимаете, не будет жизни, мы никому не нужны, инвалидами, прикованными кроватями и так далее и тому подобное. А ходить по утрам, вставать на зарядку, двигаться, заниматься танцами и своим любимым видом спорта можно в любом возрасте. Главное, умно подойти к этому. Всем желаю никакой гиалуронки в губы, гиалуронку внутрь, и сиять, и радовать своих любимых. Спасибо, дорогие мои. Всем привет, меня зовут Некрасова Анна, и мне 21 год. Хочу поделиться с вами своим любимым продуктом. Своим любимым продуктом — это коктейли Daily Delicious. У меня с ними очень интересная история сложилась. Точнее, сначала она вообще не сложилась.
Года два назад мама мне их купила. Купила два вкуса, это малиновый и шоколадный, принесла и говорит: пей. Очень круто, клево, там три вида белка. Белок животного происхождения, белок белковый, растительного происхождения. Все незаменимые аминокислоты есть. Молочный белок, незаменимые аминокислоты для всего организма. Сывороточный белок для наших мышц тоже содержит незаменимые аминокислоты. Изолят соевого белка убирает весь ненужный холестерин в крови и поддерживает здоровье сосудов. Надо очень срочно пить. А еще коллаген содержится, говорит, для кожи вообще очень полезно, и не только для кожи, для всего организма. И за счет своей низкомолекулярной структуры очень легко усваивается, встраивается, и все сразу упругое такое становится. И витамины, и минералы содержит. Там купрум, медь, селен, витамины группы В, В5, В9, В10. Как начала перечислять, очень много всего. Витамин С, витамин ПП, биотин. Я вот вдохновилась такая, значит, начала пить. Говорит, можно заменять даже завтра, там, обед или ужин, чтобы вес поддерживать. Но я стала пить на завтрак, разводила в молоке, а потом что-то как-то мне не зашло. Совсем не зашло. И я перестала. Так они стояли года два на полке. Ну, иногда я их пила, там, после тренировки, может, на воде, может, где-то на молоке с фруктами. Ну, соответственно, результата-то никакого не получала. Ну, и они просто стояли. А тут самоизоляция, еще на каком-то из зумов я услышала, что его можно разводить в ряженке, и девочки так хвалили, особенно на бикурунке, прямо слюнки текли. Думаю, ладно, достану, попробую. Достала, развела, выпила, и так вкусно. И как-то вот мне просто понравился вкус, он такой легкий, нежный, и пила, ну, недели две, наверное, подряд, каждый день. А эффект, ну, даже внимания не обращала, пока... Мне даже пальцем, так сказать, не ткнули и сказали: знаешь, у тебя такая кожа стала упругая. Я такая думаю, да вроде ничего же не делала, так коктейли пила. Смотрю в зеркало, действительно, более подтянутая, более упругая, эластичная. Смотрю на волосы, как-то даже блестеть стали, стали более плотные, сечься перестали. Ногти расти быстрее стали, перестали слоиться. Думаю, да ничего себе, какая классная вещь, а я ее 2 года хранила в шкафу. Поэтому всем рекомендую, всем, кто хочет иметь здоровые волосы, кожу, кожу лица без прыщичков, без черных точечек, здоровые крепкие ногти, которые бы быстро росли, пейте обязательно этот коктейль, и у вас все будет хорошо. Девочки, у кого-то еще секретики остались. Не храните их. У меня. Всем привет, тут техническая заминка небольшая. Это я-то злая мама, которая заставляла 2 года пить ребенка. Наконец-то. Кто меня не знает, меня зовут Некрасова Наталья, мне 43 года. В коралловый клуб я попала больше 6 лет назад, и с тех пор с удовольствием принимаю все продукты, вот, изучаю нутрициологию. И, в общем, очень мне все нравится. А сегодня девочки так все вкусно рассказывали, я поела, пошла, достала с полки, съела всего 2 дозу и жду, все, будет взрыв красоты у меня сегодня к вечеру. А я хочу вам рассказать про такой витамин, да, который почему-то с красотой мало кто связывает. А так как я недавно прошла обучение у профессоров подхомутиков, и я сертифицированный тренер проекта FatLab научно-практического, и там вот я столкнулась именно с таким интересным витамином, витамин D. И стала его изучать, конечно же, по материалам Ольги Валентиновны Подхомутниковой, по другим материалам научным. И на самом деле это такой интересный витамин, он нужен абсолютно всем, но мы его знаем в основном с точки зрения... назначают педиатры маленьким детям, да, кто родился зимой, особенно для профилактики рахита. И мы еще знаем, что он синтезируется у нас под воздействием солнца. То есть мы поехали все на море, загорели, получили витамин D. У меня сегодня будут вам необычные лайфхаки, вот, и расскажу немножко про мифы, да, которые мы знаем про витамин D. На самом деле все совсем не совсем так. Как мы знаем, витамин D действительно у нас синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей. Но, вообще вида витамина D 6, витамин 1 и до 6.
И самые важные для нас это два витамина, D2 и D3. Вот D3 у нас частично синтезируется под воздействием ультрафиолета. Но здесь интересная ситуация такая. Если вы нужно загорать под активным солнцем, это с мая по август, с 11 до 14 часов дня, причем желательно минимум одежды. Если вы одели панамку, закрыли лицо от солнца, синтез сократился. Если вы одели парео, синтез сократился. Если вы намазались солнцезащитным кремом, синтез витамина D прекратился вообще. И еще самое интересное, это буквально вчера сама прочитала, потому что стало интересно. У нас активность солнца, вот вообще на всем земном шаре, находится такая активность, которая дает синтез витамина D через кожу, ниже 37-й параллели. То есть, чтобы вы понимали, самая южная точка Российской Федерации, Симферополь, где я сейчас живу, находится на 45-й параллели. То есть в России активного солнца для нормальной выработки витамина D нет. И для того, чтобы он действительно синтезировался, то есть это нужно по 40 минут минимум 3 раза в неделю, самый активный пик солнца с 11 до 2 часов дня, загорать в течение круглого года. Учитывая, что у нас в России 9 месяцев практически зима, то это нереально. И статистика, мировая статистика и статистика 4 сезонов проекта FatLab, 35 стран, 96% населения имеется недостаток, либо дефицит витамина D. Вот я живу 3 года в Крыму, здесь солнца много, и у меня уровень витамина D от нормального снижен практически в 4 раза. Вот, поэтому кто живет в Москве, даже не обольщайтесь. У меня группы идут с разных регионов, ни у кого нет даже недостатка, у всех дефицит, в том числе и у меня. А чем же он так уникальный? Он вообще очень уникальный, и сложно представить, где он вообще у нас в организме не находится, и на что он у нас не влияет. Витамин D влияет на 2500 обменных процессов в организме. Он регулирует работу около 500 генов, то есть он находится везде. Он регулирует работу эндокринной системы, иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, репродуктивной системы, да, это наша гормональная, нервная система, то есть какую систему ни возьми, везде есть витамин D, и в той или иной степени с его участием происходят обменные процессы практически во всем организме у нас. Что самое, даже витамин D влияет на формирование правильной осанки до 20 лет. Вот у кого есть девочки, ну и мальчикам, конечно, тоже, детям до 20 лет даже недостаток витамина D может вызвать неправильное развитие осанки. Вот, а мне интересно, вот с точки зрения красоты для женщин, да, то есть понятно, что раз он влияет на гормональную систему, так, девочки, пардон, у меня сел телефон, Анечка, принеси мне зарядку. Вот, и это, у меня 6 лет не росли волосы. Вот у меня природа и так не подарила мне богатую шевелюру, но и получается 6 лет назад, даже 7 уже лет назад, да, после сильного стресса у меня стали ломаться волосы вот сильно-сильно, и не росли вообще, я не знала, что с ними делать, то ли я пила, и вроде бы и витамины пила, там и маски какие-то делала, и укрепления для волос делала, а отрастут, нет, моя так. Отрастут немного, и опять начинают сечься и ломаться. И прям, ну, беда какая-то. И вот, когда я попала в проект FatLab и начала изучать вот это все про витамин D, оказывается, это прям вот супервитамин для того, чтобы у нас усваивался хорошо кальций, фосфор, и для того, чтобы у нас росли волосы. И я вам хочу сказать, что когда я в феврале пошла на проект FatLab, и когда я сдала анализы на витамин D, и мне расписали дозировку, да, в соответствии с анализами, я стала пить, я срезала свои посеченные кончики, девочки, 4-й месяц, у меня ни одного посеченного кончика нету. У меня не лезет волос, я спокойно моюсь, у меня расчесываюсь, ну,
практически не остается выпавших волос на расческе. Волос стал плотнее, краска на нем плохо стала держаться, не знаю, кому это важно, мне не очень важно. Вот, очень быстро стала смываться краска, потому что плотнее структура волоса стала. Стали расти ногти быстрее. Если раньше я коррекцию ногтей делала себе раз в 3 недели, там даже 24 где-то дня, сейчас мне можно делать коррекцию каждые 12 дней. Мне моя маникюрша говорит, я не поняла, почему мне так стало часто звонить. Я говорю, ну все, ногти отросли. Она говорит, а чего, что ты делаешь, почему у тебя так быстро стали расти? Вот. И еще очень интересно, что витамин D, это он также влияет на синтез подкожного коллагена. Он влияет на цвет кожи. То есть при недостатке витамина D образуются ранние морщины, особенно мимические. Становится тусклая кожа, пигментные пятна тоже появляются при недостатке витамина D. Почему? Потому что несмотря на то, что витамин D3 у нас синтезируется под кожей, а витамин D2 мы должны только съесть, причем это жирные сорта рыбы, красная икра, рыбий жир, то есть те продукты, которые мы, в принципе, не едим каждый день. Вот. И эти два витаминчика, D2 и D3, составляющие, они синтезируются у нас в печени и в почках, вместе соединяются, организм синтезирует их в другой вид витамина D25OH, который именно у нас работает уже как прогормон в организме и влияет на все вот эти наши системы. Вот. И получается, что вот этот недостаток также влияет у нас на синтез коллагена, на цвет кожи, и, между прочим, еще витамин D добавляет блеск в глазах. Так что, если хотите, чтобы глазки блестели, витамин D пить обязательно. В профилактических дозах его можно пить 600 международных единиц каждый день взрослым, любые, даже если вы не сдали никакие анализы. Если сдали, лучше сдать, конечно, анализы, можете даже ко мне обратиться, я вам скажу, какую дозу витамина при вашем уровне нужно пить. И еще влияет он на концентрацию внимания и на память, поэтому это тоже важно очень. И еще усваиваемость синтез витамина D снижается с возрастом. После 50 лет нужно обязательно подключать в свой рацион витамин D, вот, чтобы оставаться надолго красивыми. Ну и кроме тех, конечно, продуктов, про которые девочки говорили, потому что, естественно, он один у нас не действует, да, ему помогает тот же цинк, про который девочки рассказывали, витамин С, калий, фосфор, обязательно водичка, которая помогает усваиваться нам с нашим всем витаминам и микроэлементам. И вот такая у нас есть в Краун-клубе замечательная липосомальная формула, где витамин заключен фосфолипид, и он проникает полностью, встраивается в структуру клетки, и полностью весь 100% витамин усваивается. Есть такая удобненькая пипеточка, у меня даже дети уже научились сами дозировку брать и пить. И потрясающий запах абрикоса, я его просто обожаю. Вот если бы можно было, я бы, наверное, целыми флаконами его пила. Всем желаю здоровья, всем желаю долгого сохранения красоты, и витамин D обязательно пейте, потому что все-таки в России солнце у нас не витаминное. Всем пока. Добрый день. Как меня слышно? Привет, хорошо. Хорошо? Отлично. Меня зовут, кто меня не знает, еще тоже представлюсь, меня зовут Дарья Анциферова, мне 31 год. Конечно же, я тоже задумываюсь и делаю все для того, чтобы моя кожа была как можно дольше красивая, свежая, притягательная, очаровательная, чтобы на нее было приятно смотреть. Конечно, каждой женщине хочется подойти к зеркалу и увидеть вот сияющее лицо, гладкую, чистую кожу. И все мы знаем, что наша кожа — это зеркало нашего кишечника. И лично я очень тщательно подхожу к этому вопросу, я очень тщательно составляю свой рацион питания и слежу за состоянием своего кишечника, за его работой. И у меня есть один такой надежный, уже проверенный помощник,
Это программа наша «Коловада». Она есть в двух вариантах: «Коловада плюс», «Коловада лайт». В принципе, такого принципиального отличия именно для в целях ее использования, да, прохождения этой программы, нет. Есть там небольшие различия по самому процессу, вот, но суть одна. Это очень мягкое и безопасное очищение нашего кишечника. Состоит она из трех этапов, длится 2 недели. И первый этап — это подготовка, где убираются мясо, яйца, такие тяжелые продукты, тяжелые жиры, мучное, конечно же, сладкое. Затем сам процесс идет очищения, второй этап очищения, где 4 дня мы пьем специальные коктейли, очень вкусные, если их правильно сделать. Вот, можно добавлять там к себе еще в помощники брать соки, настойку раги. В общем, люди уже делают, каждый, кто как считает нужным, как им вкусно, все делают, чтобы было приятно и комфортно. Вот, и 4 дня мы пьем водичку, пьем вот эти коктейли, происходит процесс детоксикации мощнейшего, все коктейли внутри разбухают и впитывают всю вот грязь и токсины, все-все-все отложения ненужные из каждой стеночки, закоулочка нашего кишечника, и на третьем этапе происходит процесс восстановления. Мы возобновляем опять нашу социальную еду, постепенно возвращаемся, наш кишечник становится чистый, как у младенца, и, конечно же, кожа это все отражает. И я уже проходила несколько раз эту программу «Коловада», и даже сейчас я на этой программе, у меня как раз сейчас идет третий этап, я выхожу, и что замечаю после каждой этой программы, несмотря на то, что у меня еще нет каких-то там глубоких морщин, но все равно уже 31 год, поэтому это все дело появляется, и у моих ровесниц это в большем объеме и размере, потому что они не делают тех действий, которые делаю я, уменьшаются морщинки. Мелкие вот эти вот морщиночки все уходят. Улучшается цвет лица, естественно, происходит, прям очищается кожа, уходят какие-то воспалительные процессы, даже какие были на коже, то есть она становится гладкая, чистая, красивая, вот этот вот здоровый цвет, и даже бывает в магазине у меня просят паспорт до сих пор, когда я вдруг на стол там покупаю какие-то вина, шампанские, вот, поэтому действительно программа дает очень такое мощное, сильное омоложение, и такую легкость невероятную в самом теле, вот, поэтому я рекомендую, конечно же, всем ее пройти самостоятельно, получить свои личные результаты, прочувствовать, как это происходит, и увидеть вот отражение в зеркале, да, если даже что-то было где-то не нравилось, некомфортно, после этой программы, конечно же, будут колоссальные изменения и улучшения в вашем внешнем виде, поэтому всем рекомендую вот попробовать на себе и почувствовать свои личные результаты. Вот я про мой дорогой кишечник любимый и желаю всем комфортного прохождения и красоты снаружи и внутри. Спасибо, Дашенька, девчонки. Ну, вы такие классные. Я все думала, кого я позову себе на юбилей 70-летний. А я теперь точно знаю, что я позову только коралловцев, потому что это позитивные такие активные люди, и несмотря на свой возраст, они и в таком почтенном возрасте, они очень такие заводные, шустрые, активные, интересные собеседники, и они в молодом возрасте тоже до того вот мудрые, есть о чем поговорить, есть что обсудить, и девчонкам молодым вообще респект большой, что вот вы уже задумывались над своим, да, над таким будущим. И я вот вам сейчас предлагаю это будущее вот еще и визуализировать. Закройте, пожалуйста, все глазки. Закройте глазки и вспомните вот наш сегодняшний девичник. Наверняка вы услышали про какой-то продукт, который вам где-то запал в душу, и вы решили, да, я его куплю. Может быть, это коктейль, может быть, это Синерджи.
может быть, это цинк или селен, возможно, это витамин D, который вот таким чудесным образом делает что-то невероятно волшебное, а может быть, это биалурон, а может быть, это какие-то другие продукты, о которых рассказывали девочки. Вот представьте, что вы уже этим продуктом обладаете, и начинаются изменения в вашем внешнем виде. У вас становится другое лицо, другая кожа, другая осанка, другая спинка, другая попка, другие ножки. И представьте себе, что мы с вами встречаемся через 20 лет, прыгаем в шикарный кабриолет, и у каждого маленький такой чемоданчик на колесиках. А в этом чемоданчике, кроме того, что там красивые такие вещички, украшения, помадки, там еще и любимые наши продукты, которые позволили нам в течение этих 20 лет поддерживать себя на таком уровне здоровья, на таком уровне молодости и энергии, что через 20 лет окружающие смотрят на вас, и ваши одноклассники вас не узнают, и ваши соседи вас не узнают, и в магазине даже до сих пор просят паспорт, хотя тебе уже, да, будет на 20 лет больше. Сегодня замечательный был вечер. У нас в Хабаровске опустилось солнце. Мы включили дома свет. Но вы знаете, когда женщина изнутри напитана нутриентами красоты, когда она изнутри светится, то не нужен дома свет, то не нужно яркое солнце, то не нужно вообще никаких специальных уходов или каких-то специальных подсветок. У нее светятся глаза, у нее улыбка до ушей. У нее прекрасное настроение, и вся семья обласкана, и вся семья ухожена, и все в семье всегда хорошо, когда счастливая сама женщина, которая вот цветет и пахнет, как сегодняшний букет моих ландышей. Я благодарю природу, что у нее есть такие замечательные весенние цветы, как ландыши. И я благодарю вас, девчонки. Ну вот скажите, что сегодня девичник удался. Спасибо вам большое за ваши секретики. Спасибо за то, что вы сегодня ко мне пришли. У меня такое ощущение, что вы все были в моей гостиной, что вы все были на расстоянии вытянутой руки. И мне так хотелось каждую из вас погладить по щечке, потому что ваши щечки, они великолепные. Видно, что ваши щечки упругие, упругие, сочные, и что румянец, который у вас на щечках, он натуральный, естественный, без всяких подколок. Мы заканчиваем наш сегодняшний девичник, наш сегодняшний Zoom. А если вы смотрите наш Zoom в записи, то обратитесь к тому человеку, который вам дал ссылку на него, и спросите о тех продуктах, которых вас заинтересовали. Вы тоже можете быть такими, как мы, а может быть даже и лучше. До встречи, всем пока-пока!